Густота краски имеет огромное значение. Если краска жидкая, то понадобится несколько слоев для того, чтобы закрасить просветы. Ну, а если краска слишком густая, то она ложится неровно и образуются подтеки. Для того, чтобы проверить краску на густоту, нужно опустить в нее кисточку. Давай. Если краска стекает тонкой ровной струйкой, значит, ее густота идеальная, как в нашем случае. А если не стекает? Ну, значит, просто нужно добавить туда немножечко ваты.